Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Мистер Буллет. Давай, ТНТшечка, взорвись, да, готово. И мы Мистер Буллетом будем пробовать стрелять, убивать. Мимо, так, переиграем. Будем пытаться убить вот этого чувака. Так, готово. Готово, я примерно понял, где, куда стрелять. Так, и стреляем в башню. Есть. 30 батисов, спасибо. Так, а здесь надо нам успевать попадать в этих чуваков. Опа, попали. Так, опять. О, это мне нравится, смотри. На, готово. Всех расфигачили за раз, смотри. Опа. Фантастика. Ух ты. Здесь надо с одной пулей, чтобы все сработалось, все хорошо получилось. Это интересно. Попробуем. О, готово. У нас получилось. С первого раза. Давайте еще раз попробуем. Смотри как. Опа. Ох, нифига. В смысле не получилось. Есть, готово. Да, хорошо. Так, ТНТшка. Как же мне ее... понял я. Смотри как. Раз. Дальше. Два. И теперь стреляем сюда, в эту штучку. ТНТшечку. Опа. Готово. Можно было даже... Я думаю, с одного раза, смотри, так вот. Раз. А, нет, нифига, надо все равно два раза так сделать. Раз, два и три. Ага, с двух раз не получится. Так, чуваки, как же мне сделать, чтобы все упали? У нас всего лишь одна пуля? Угу. Ну, давай попробуем, смотри. А, что, там поумирали все? Да, нифига, они все поумирали, реально, прикинь. А, нет, нифига, не все. Не все? А ну, хочу я переиграть. А ну-ка, оп. А, нет, я хочу как-то так сделать, чтобы оно... Блин, пулька убежала вонючая. Давай еще раз. Опа, давайте, умирайте все. Есть, готово, фантастика. Так, а здесь, в принципе, надо так сделать. Итак, хотя, по идее, здесь можно было с одного раза, но только я не понял, как с одного... С одного раза не вариант, что-то. Что-то у меня не получается с одного раза, а ну, подожди. Вот прям на уголочек стреляем. Нет. Может, на этот уголочек? Тоже нет. Может быть, сюда на уголочек, как я и делал первый раз? Ладно, не получилось, ну, все. Давайте дальше пойдем. Форест, лес, ага. Так, а что здесь? В лесу интересное. О, нет, не получилось, давай еще раз. Сердцевинку, опа, хорошо. Бедолаги взорвались. Так, а следующая у нас какая-то крутилка. Опа, нет. Нифига. Как же тебе попасть-то? Нифига. Так, ну по идее надо где-то в эту сторону стрелять, правильно? Так, нет. Нифига. Нет, оно только отрикошечивает назад почему-то. Интересно. Так, оно куда-то туда в бок стреляет. Есть. Уничтожили. Давайте еще раз попробуем. Готов. Так, 20 баксов заработали, хорошо. ТНТшка. А, надо ее подвинуть, смотри. Опа. Подвинули, и теперь мы ее взрываем. Готово. Готово, ребята. Ой, чуваки, что ж мне с вами сделать? Как же мне вас убить? Ну, давайте так сделаем. Опа! Офигеть, я даже не знал, что так можно сделать было. Так, идем дальше. Так, стреляем сюда. О, видишь что? Появилась эта штука, и в него прям мы стрельнули. Готово. 30 баксов. Так, а вас, как чуваков, мне щелкнуть с одного раза надо. Сейчас подумаем, куда стрельнуть. Давай сюда в уголочек попробуем. Нифига. А сюда? Да, надо было сюда же и стрелять. Ну ладно. Так, а здесь просто стреляем в эту машинку, и она его откатит и убьет. Убьете. О, все. Два раза я стрелял, потому что две золотые пульки было, да. Нам, ребята, нужно эти пульки золотые только и тратить. Попробуем.
Вот так сделаем. Нет. Вон как. Понял? Так, переиграем. Но мне хотя все равно уже денег не дадут. Больше, чем $20. Да, сейчас посмотрим. Десяточку вообще дали. Офигеть, что так много-то. Так, а как этого чувака стрельнуть? В эту штуку? А, странно, ну ладно. Так, ага, здесь стреляем в этот ящик. На, прям по голове ему, бедолашки. Так, следующий у нас уровень. Одна пулька и много чуваков. Попробуем, стреляем. Есть! С первого раза, фантастика, ребята. Я в первый раз, кстати, играю в эту игру. Ой-ой-ой-ой-ой. Есть! Так, потратили пульку. Так, а что здесь, просто стреляем? Чувак стоял под защитой. Под защитой какой-то. Это тоже защита, да, я так понял? Да. Есть. Успел, успел я выстрелить, чтобы его убить. Ого, какой чувак большой. Так, ладно. На, получай. Ой, бедолашка, мне его так жалко. Давайте, давайте переиграем, посмотрим еще раз. Прям какой-то это монстр был. Да, подорвался, подорвали мы его, хорошо. Так, следующий чувак, кнопочка у нас есть, стреляем в кнопку. А, освобождается вот этот, вот эта ж, ямка его. Есть. А почему только 20, можно было с одного раза выстрелить, что ли, попасть в него, так я не понял. Ух ты, в замке мы играем. Так, две пульки, одной пулькой мы толкаем ТНТ-шечку, а второй мы ТНТ-шечку взрываем. И этого рыцаря мы... Ребята подзорвали, убили. Так, следующий. О, здесь уже сложно. Давайте так попробуем. Нифига себе. Как я его убил. Как интересно. Так, а здесь это какой-то... какая-то шарик какой-то. Давай шарик стрельнем. А как с одной... А как с одного раза его убить? Я так и не понял. Так, а ну-ка, давай сейчас вот так сделаем. Нифига, как же с одного раза тебя убить? Блин, попали мы в него. Переиграть не получится. Я хочу просто посмотреть, как с одного раза-то. Нет, с одного раза можно. А, понял, понял, давайте так вот, серединку. Нет, серединку не получилось. Да, вон оно, как с одного раза можно было его щелкнуть. Понятно, понятно. Следующие чуваки. Так, здесь один стоит. А, одного убили с одной. И этого теперь рыцаря мы щелкнули. Ну, здесь просто стреляем в красную кнопочку. Ага. Чё-то, ребят, я не то сделал. Смотри, сначала этого убиваем. Кнопку стреляем, меняем эту штучку. И теперь этого убиваем, и мы проходим. И у нас получается. Так, дальше. Ух ты. Интересно. Сейчас попробуем в этого стрельнуть. Есть! И теперь от этого. Опа! Готово! Прям мне понравилось вот это, смотри. Уровень, смотри, получится. Тыщ! Готов один. И второй. Тыщ! Есть. 30 баксов получили. Так, а теперь у нас тут аж 3 патрона. Значит, стреляем. Раз, два и третий раз. Три! Бедолага! О, прям по голове какой-то большой-большой тяжелый кирпич. Прилетел в дядечку. Ух ты. А ну-ка. Так, давай шарик должен шлепнуть его. Да, там, видимо, либо из бетона, либо, скорее всего, чугунный шар был. Дальше. А, ну, это понятно. Это вот так вот. Не получилось, не успел. Ладно. Опа, готов. Получилось. $30. Кнопочка. Кнопочка. А че он так, он не убивается? А зачем нам была кнопочка? Подожди. Типа кнопку нажимаешь. А, ребята, это на дурака. Понимаешь? На дурака было сделано. Ладно. Так, а этого мы сейчас запулим куда-нибудь. Далеко-далеко. И еще один раз ударчик. Нет. Уии, лети. Лети далеко. Сейчас попробую с одной пульки сделать. Давай, 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 падай просто. Нет, не получилось. Ладно. На, раз, два. Есть, падает. Все, улетай, дядечка. Улетел. Улетел далеко, далеко.
Так, следующий. У нас есть две кнопки. Красная кнопка активирует взрыв ТНТ, синяя активирует непонятно что. Ну, типа... Стреляем на синюю, чтобы трикошетило на красную. Готово. Шар идет. О, бедолажечка. Шлепнулся. Рыцарь. Угу. Следующий рыцарь. Так, пробуем. Есть. Одного мы стреляем. И этот сейчас другого прибьет. Готов. Готов, чувак. Пошлите дальше. Так, это что у нас за кнопочка? Ага. Я даже не ожидал, что я так успею. Так, а этого надо освободить именно когда он дойдет до синенькой штучки. До кнопочки. Стреляем. Опа, готов. Если бы я чуть-чуть замедлил бы, он бы не попал бы сюда, представляешь? Так, следующий уровень. А, 2 ТНТ нужно одним выстрелом как-то это попасть, стрельнуть. Давайте попробуем. А, мимо. Еще раз. Есть. Готово. И 30 баксов мы, ребята, получаем. Следующий у нас какой-то с... ниндзя. А, это ниндзя, да? На, чувак. Так, это взорвался, а как этого теперь убить? Ага. Подожди. Как-то это по-другому было. Можно и так. Но надо в этого попасть, чувака, смотри. Нет, ниже надо, ниже стрелять, вот сюда. Опа. Да, теперь с одного выстрела мы всех убили. Ну что ж, дорогие друзья, будем на этом заканчивать серию. Если понравилось, то обязательно ставь лайк этому видео. И обязательно, конечно, подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Ну, а я с вами, ребятушки, не прощаюсь. Скоро увидимся. Всем пока-пока.